ребята, всем привет! Сегодня мы будем учиться собирать кубик 4×4. Вам будет очень легко и просто его собирать, если вы умеете собирать кубик 3×3. Если не умеете, то я вам рекомендую все-таки купить вначале классический кубик Рубика 3×3, посмотреть мое видео, как можно легко и просто его собирать, а потом уже беремся за 4×4. Для начала, что я вам хочу рассказать про кубик 4×4. Во-первых, все вы знаете, что у кубика 3×3 центра не крутится. Здесь крутится абсолютно все, да. Вот, видите? Поэтому здесь немножко другой принцип. Мы вначале будем собирать как раз-таки наши центра, вот эти 4. И тогда у нас кубик превратится в обычный классический кубик Рубика. Что нужно запомнить? Вы никогда не сможете собрать ваш кубик 4×4, если не запомните, как расположены цвета. Я вам подскажу, как запомнила я. Я запоминаю так. Голубой, например, ставим сверху. У нас сверху с вами голубое небо, да? Снизу оказывается зеленый, зеленая трава. Представили, да? Зеленая трава и голубое небо. А по классике, если желтый с одной стороны, то белая грань будет противоположной. Вот если вы держите голубой вверх, зеленый вниз, белая у вас спереди смотрит на вас, желтая с противоположной стороны, то справа от вас должна быть красная, а противоположная ей оранжевая. Они, кстати, похожи, красный, оранжевый, да? Справа красный, слева оранжевый. Вот так. И нужно, когда вы будете собирать, придерживаться этой схемы, иначе вы потом запутаетесь, не сможете ничего собрать. Запомнили? Голубое небо, зеленая трава, а спереди белый, соответственно, противоположный желтый, справа красный, слева. Для начала мы кубик наш разберем. Такой классный кубик. Он как крутится, смотрите, как мягко и легко можно вот так крутить, да? Как-нибудь. Не только как мы умеем. Ну, сейчас мы его разберем. И начнем собирать потихоньку. Буду рассказывать вам так, как будто с самого-самого нуля. Как себе, если бы я рассказывала. Ну что, достаточно цветной? Нет, здесь еще что-то желтых много. Давайте мы их тоже покрутим, чтобы они у нас ушли. Не смущает нас. С чего начнем собирать? С чего хотите? Не без разницы, в принципе. Давайте начнем собирать с голубой. Где захотите начать голубую, там она и будет. Ну, давайте у нас будет голубая, например, вот эта сторона. Собираем центральных 4 квадратика. Как мы собираем? Например, вот так я поворачиваю. Вот я вижу, у нас тут есть один голубой, даже два. Ну, вначале решу вот этот поставить, допустим, сюда. Для этого я поворачиваю кубик голубым к себе, вниз, поднимаю сторону, увожу на себя и это, например, опустим. Вот, у нас их стало уже два. Смотрим, где еще в центре у нас есть голубой. Вот он, голубой. Как мы его будем ставить? Мы его будем ставить, сейчас посмотрим. Да, вот так. Вот развернули, вот это крутим, видите, сопоставили их. Теперь поворачиваем, чтобы поднять нам обратно эту грань, ставим. Видите, их стало три. Теперь нужно найти нам еще один синенький, вот он потерялся, да? Вот, смотрим. Что я смотрю? Я смотрю, вот у нас стоит голубенький здесь. Нам, мне нужно, когда я поверну, чтобы он оказался мой вот здесь. Вот сейчас я повернула, да, их здесь два. Нам надо только, чтобы один был. Поэтому здесь я разверну голову, вот он, один остался, да. Видите, повернула, они у меня сопоставились. Я разворачиваю обратно и соединяю. Все, голубой центр у меня собран. Что будем собирать дальше? Можно собирать зеленый. Ну, зеленый будет, соответственно, вот здесь, да? Будем его собирать? Нет? Можно белый. Ну, вот голубой сверху, белый смотрит на нас. Тут как раз две уже есть.
Давайте белый. Так. Что я делаю? Я обычно стараюсь ставить так, чтобы вот эти стояли, окрутила. Ну, то есть то, что ближе к собранному, чтобы стояло статично, окрутился то, что подальше от центра, скажем так. Вот. Поворачиваем. Две беленьких у нас получилось. Обратно их увезли. Оп. Стало три. Ставим их ближе к голубому, да, чтобы здесь две было. Вот еще у нас один беленький есть. Да, да. Он на противоположной стороне. Видите, мы собираем здесь. Голубая у нас здесь. А белая оставшаяся противоположная здесь. В принципе, все то же самое. Сейчас посмотрим, как оно у нас сходится. О, отлично. Крутим. Сопоставляем две наших беленьких. Возвращаем и крутим обратно. Вот, мы собрали голубой центр и белый. Что будем собирать теперь? Можем собрать, в принципе, зеленый, да? Зеленый низ. Две зелененьких уже стоят на месте. И вот есть зеленые. Угу. Так. Вот они, да? Ну, к сожалению, вот так просто мы сделать не сможем, потому что у нас все поломается голубой. Да? Так у нас мы оставляем голубой, белый, будем собирать зеленый. Нашим излюбленным методом. Итак, что мы делаем? Что мы делаем? Поворачиваем. Уводим нашу зеленую. Поворачиваем здесь и возвращаем, как было. Смотрим, ничего у нас не поломалось. Нет, ничего у нас не поломалось. Здесь зато стало 3. Угу. И еще одну надо отсюда выцепить нам. Угу. Опять рабочую нашу поворачиваем. Перевернули. И наш вагончик умчался обратно. Все, смотрим. У нас есть голубой центр, белый и зеленый. Голубой сверху, зеленый снизу, белый спереди. Соответственно, здесь должен быть желтый. Давайте желтый соберем. Две у нас уже собрано. Повернем их поближе к голубому. Вот этот сейчас будем собирать. Да. Угу. Ищем недостающий желтый фрагмент. Вот он. И обратно. Голубой собран, зеленый остался цел, желтый и белый. Остался нам собрать только красный и оранжевый. Красную и оранжевую грань. Еще раз ставим кубик правильно. Голубой сверху, зеленый снизу. Белый смотрит на нас, желтый противоположный. Значит, справа у меня будет красный, слева оранжевый. Давайте собирать красный. Так. Тут у нас парочка есть, и вот парочка, да? Красный мы должны сюда сделать. Ну-ка смотрим. Угу. Вот так. Нет, это неправильно. Угу. Так, подцепляем парочку, возвращаем обратно. Угу. Теперь их стало 3. И еще один остался. Так, смотрим, неправильно. Раз. Разворачиваем. И увозим. Все, у нас все собралось. Что нам нужно? Голубой, зеленый, белый, желтый, красный, оранжевый. Все верно. Теперь мы наш кубик 4 на 4, по сути, превратили в кубик Рубика 3 на 3. Представьте, что это одна большая лепешка, которая у нас в центре, в кубике 3 на 3, которая не крутится, и мы ее не крутим. А вот эти парочки все, это один, как на кубике Рубика. Мы должны их собрать, то есть, чтобы они у нас стали одинаковые по цветам. Как мы будем собирать? Угу.
Давайте начнем собирать с каких-нибудь, может быть, ярких цветов, чтобы они у нас не пестрели. Вот у нас есть, например, розовый, ой, оранжевый и голубой. Если я сейчас найду, где он? Вот он, оранжевый и голубой. Нам нужно их подставить поближе друг к другу. Вот, вот мы поставили. Видите, оранжевый, голубой. Но мы поставили их неправильно. Нам нужно, чтобы они стояли на разных крутящихся ребрах. Сейчас они находятся на одном, поэтому одно я уберу вот сюда. Вот смотрите, оранжево-голубая у нас первая здесь, а вторая вот здесь. Теперь они стоят на разных, мы их будем собирать. Мы их сопоставляем, вот смотрите, они у нас стали вместе. Теперь мы уводим в любую сторону его и убираем. Отсюда возвращаем все как было и собираем как было. Смотрите, у нас ничего не нарушилось, все наши центра стоят как были, зато мы собрали вот эту грань оранжевую с голубым. Собираем дальше. Давайте, мы решили, что собирать оранжевые, да? Так, вот я вижу оранжевый желтый и оранжевый желтый. Опять они у нас стоят на одной, нам надо их убрать. Так, чтобы стали на разных. Вот оранжевый, желтый, оранжевый, желтый. Опять их составляем вместе. Поворачиваем. Вот их убираем отсюда, чтобы не мешались. Возвращаем. Когда вы возвращаете кубик, самое главное, чтобы вот эти две были разные. Потому что если вы поставите одинаковые, как вот здесь, они поломаются, когда мы вернем все на место. Вот. А если это были разные, пускай ломаются, потому что они так стоят неправильно. Смотрим дальше. Так, оранжевый голубой остался. И еще мы собрали что? Оранжевый желтый, да? Вот оранжевый белый. Вот смотрите, здесь немножко другая ситуация. Да? Вот оранжевый белый и вот оранжевый белый. Они стоят на разных гранях, как нам и нужно. Это еще легче собирается. Так же самое. Сопоставили их. Оранжевый с белым. Повернули кубик. Убрали оранжевый с белым, чтобы они нам не мешались. И вернули, как было. Чтобы главное, чтобы здесь были разные цвета. Ой, не туда. И собрали. Опять смотрите, в центре везде остались на месте. И собрали вы еще одну. Угу. Давайте еще найдем. Вот оранжевый, зеленый. И ничего не вижу. Оранжевый, зеленый. Кто-нибудь видит, нет? Чуть мне не по глазам прям. Ага, вот оранжевый, зеленый. Так, составляем. Они у нас на одной грани, поэтому мы его выводим. Вот он, вот он. Собираем. Уводим. Убираем. Подставляем их место разноцветные. И собираем. Так, и что у нас оранжевые мы все собрали? Да, отлично. Теперь давайте вот эти пестренькие тоже, наверное, розовые. Розовый. Так, вот розовый желтый, вот розовый желтый. Вот. Простите. Так. Соединили, убрали, отсюда увели их, поставили. Ага, вот так мы не поставим, потому что они, видите, у нас что? Одинаковые. Так. Тогда покрутим сюда, в другую сторону. Ага, вот эти уже норма. Цветные. Угу. Вернули все как было. Так, розовый, зеленый, бело-розовый, синий. У меня что-то все розовые тут собрались, да? Ищем. Вот розовый, белый, вот розовый, белый. Отлично. Угу. Собираем. Ставим их вместе. Убираем. Убираем. И возвращаем все как было. Розовый, зеленый, розовый, синий. Начнем их собирать, да? Вот один, вот второй. Опять их соединили, повернули, убрали. Ага, сейчас у нас станет... Нет, нам так не надо. Угу.
еще раз так розовый. Синий попробуем в другую сторону убрать. Сюда, например. И сюда. Угу. Вот так можно. Хоп. Разноцветный. Так, вот розовый зеленый. Пум-пум-пум. И вот розовый зеленый. Нанес на одной. Убираем его, чтобы были на разных. Составляем розовый зеленый. Так, что мы тут можем повернуть? Да, вполне. Угу. Так, розовенький, который красный, точнее, забрали. Ну, не совсем красный, как бы, да? Не совсем розовый. Так, что у нас осталось? У нас остались зеленый, например. Давайте зеленый соберем. Вот зеленый, желтый, вот зеленый, желтый. Ставим их на разные ребра. Соединяем. Когда вы много собрали, да, кубик, ну, звеньев, потом труднее найти такие промежутки. Ой, куда делось? Все. Трудно потом найти, бывает, такие промежутки, чтобы не было совпадений. Поэтому, ну, не получается. Когда у вас останется всего парочка, я покажу, они собираются по-другому. А когда еще есть вариации, вы просто покрутите и, может быть, найдете. Давайте синий-белый попробуем тогда. Угу. Убираем, сюда ставим, возвращаем. Угу. Брали. Зеленый, красный, зеленый. Где у нас? Так вот. Угу. Угу. Так, что у нас красный, зеленый. А что, подождите, больше у нас нету других? Так, у нас остался белый, зеленый, красный, зеленый. И все. Да. Когда у вас осталось всего две парочки, которые нужно собрать, они собираются у нас по специальной формуле. Когда у нас остались только две пары, которые нужно собрать, вот, например, красный и зеленый, белый и зеленый, и вот они, мы их ищем, они у нас стоят по-разному. Мы одну грань уводим вниз, чтобы она не мешалась, а на оставшуюся ставим пальцы указательный и средний и начинаем вращать правую наверх, верхнюю грань налево, переднюю направо и поднимаем нашу грань. Вот красный, зеленый, белый, зеленый, белый, зеленый. Затем они стоят, в принципе, у нас по цветам правильно, да. Держим их вот так к себе. Что делаем дальше? Два нижних слоя мы поворачиваем направо, правую грань поднимаем наверх, переднюю налево, верхнюю грань налево, правую опускаем вниз, переднюю поворачиваем направо и две нижних налево. Все, теперь мы собрали наш, скажем так, практически у нас наш кубик 4×4 превратился в наш классический кубик 3×3. Вот эти все, где парочки, мы их рассматриваем как будто это одно звено. Центра — это тоже как будто одно звено. И теперь собираем наши уголки. Точнее, собирать будем его как обычный кубик Рубик. Теперь мы начинаем собирать наш кубик как обычный кубик Рубика. Для начала соберем белую
белый крест. Вот белый крест мы собрали, теперь смотрим, правильно он собран или нет. Так, у нас собран правильно только вот этот, этот, эти поменяем местами, да? Так, теперь все собрано правильно, да? Следующий шаг, мы собираем уголки, да? Так, этот стоит на своем месте. Собираем здесь что? Желто-зеленый, оранжево-зеленый. Сюда. Красный. Так, все, белая грань у нас абсолютно правильно собрана. Собран, значит, низ правильно по цветам, и серединки стоят, где нужно. Собираем, как обычно, боковые грани средние, да. Если вы не знаете, как собирать, посмотрите мое видео «Сбор кубика 3×3». Что-то непонятно, что я делаю. Ну, а кто знает, тот знает, как собираем это, да? Так, все бока... А, вот еще одна. Синяя краска. Значит, боковые мы все собрали. Остается самое сложное, наверное. Почему сложное? Потому что тут встречается у нас так называемый паритет. Если у вас паритет не встретился, то он собирается легко и просто, как обычно, кубик 3×3. Что мы делаем для этого? Мы вначале делаем галочку из желтых. Помните, да? Наша галочка. Так, вот наша полоска. И теперь крест собираем, да? Собрали желтый крест. Устанавливаем грани, как положено. Одна, да. Теперь собрались. Так. Что у нас тут осталось? Я рассмотрю, вот посмотрите, что у меня получилось, да? Потом я соберу кубик так, чтобы у нас получились паритеты. Покажу, как их собирать. И покажу сейчас вот один из паритетов, это так называемый угловой паритет. Угловой паритет, это означает, что у нас кубик как будто бы весь собран. Единственное, что у него не собраны эти уголки. И как бы вы их ни крутили, они у вас все равно не встанут. Ну, давайте попробуем покрутить так, как если бы это был обычный кубик 3×3, да?
Видите, я прокрутила полностью, да, кубик все равно у нас, к чему, от чего мы начали, к тому и пришли. Поэтому это называется ситуация паритет, то есть прежняя формула, которую мы решаем для кубика 3 на 3, у вас не сработает. Чтобы собрать сейчас из данного положения весь кубик 4 на 4, делаем паритет уголки. Внутреннюю правую два раза крутим на себя. Раз, два. Верхушку налево два раза. Раз, два. Внутреннюю правую два раза на себя. Раз, два. Два верхних слоя налево два раза. Раз, два. Внутреннюю правую два раза на себя. Раз, два. И внутреннюю верхнюю налево два раза. Раз, два. Что у нас изменилось? Смотрим. У нас как будто бы нарушились вот эти опять, да? Собираем их как обычно. Еще раз. Так, у нас собралось что, 2 цвета, да? Опять то же самое. Мы собрали серединки по цветам и собрали один уголок. Собираем наши уголки, как для кубика 3 на 3. Что мы делаем там? Вверх, направо. Поменяли еще раз. Ой, я даже не посмотрела цвета на него. Теперь, как вы видите, у нас стоят уголки правильно. То есть у нас цвета синий, красный, желтый, и уголок точно такой же. Синий, красный, желтый. И здесь, значит, желтый, красный, зеленый. Здесь желтый, красный, зеленый. Меняем их как для кубика 3 на 3. Должно встать. Угу, один встали. Второй меняем. Все. Мы собрали с вами кубик 4 на 4. Сейчас я соберу так, чтобы у нас был паритет по граням верхним, когда собираем желтую. Так, ну что, дорогие мои, смотрите. Я собрала кубик, чтобы он у нас занял положение, так называемый паритет. Значит, паритет, что мы видим? Мы опять как будто бы кажется, что у нас кубик собран. Ну, у вас так не получится, просто я его из предыдущего положения в паритет привела. Вы, значит, собираете, эти уголки у вас все разные. Вы собрали галочку, потом из нее собрали палочку и хотели собрать крест. Но крутили-крутили, как обычно для кубика 3 на 3, и ничего не поняли, почему у вас не собрался желтый крест. Почему одна желтая грань оказалась снизу. Это и есть паритет. Он очень сложный, я его оставила напоследок. Там очень длинная формула. Ее вам нужно будет просто запомнить. Некоторые ее разбивают на три части. Кто-то, у кого хорошая память, он ее запоминает сплошняком. Я вам сплошняком его расскажу и покажу. Вы, значит, запоминайте, и чтобы мы могли собрать кубик 4 на 4 из паритета. Итак, для того, чтобы собрать такой паритет, ставьте нижним желтым к себе. Ну, я сейчас на него смотрю. Внутреннюю правую крутим два раза вниз на себя. Раз, два. Заднюю крутим налево два раза. Раз, два. Верхнюю крутим налево два раза. Раз, два. Внутреннюю левую вниз на себя. Верхнюю
крутим налево два раза, раз, два, внутреннюю правую на себя, верхнюю налево два раза, верхнюю налево два раза, раз, два, внутреннюю правую крутим от себя, верхнюю налево два раза, раз, два, а переднюю два раза вправо, раз, два. Теперь внутреннюю правую от себя, переднюю два раза направо, раз, два, внутреннюю левую от себя, заднюю крутим налево два раза, раз, два, и внутреннюю правую на себя два раза, раз, два. Вот у вас так соберется паритет. Ну, в данном случае у меня собрался полностью кубик. Всем спасибо. Если вам понравилось мое видео по сборке кубика 4×4, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал. Это будет просто супер. Всем пока.